Здравствуйте, с вами программа «Неделя города» и я, Марина Романюк, ведущая выпуска. Смотрите далее. На выборы 3 дня. Избирком определился с датами проведения сентябрьского голосования. Игра в прятки. На одной из рязанских строек полицейские поймали сразу 66 незаконных мигрантов. Хроники рязанских лангольеров. Почему агрессивного шелкопряда не травят химикатами? Избирком Рязанской области утвердил проведение 3-дневного голосования в сентябре этого года. Речь идет о выборах в Рязанскую городскую думу, выборах в областную думу, а также о проведении 170 избирательных кампаний в 20 муниципальных округах. Избирательной комиссией региона было принято решение о проведении голосования в сентябре 2023 года в течение 3 дней. 8, 9 и 10 сентября. Напомним, ранее 10 сентября как единый день голосования утвердила Рязанская городская дума. На эту дату приходятся выборы в Скопинскую городскую думу, а также выборы в представительный орган Сасовского муниципального округа, образованного путем слияния города Сасово и Сасовского района. 66 мигрантов были доставлены в полицию с одной из рязанских строек. Гости с юга, приехав в наш город, не посчитали нужным встать на учет в миграционной службе. Но долго играть в прятки с силовиками у них не получилось. Далее расскажем, как это было. Стоило на горизонте появиться полицейским, как автоматически началась игра в прятки. Побежали в рассыпную. Новички в недостроенное здание. Кто поопытнее, перемахивает через забор и к ближайшей лесополосе. Но ищейки находят их быстро. Команда поисковиков внушительная. Тут сотрудники сразу из нескольких региональных ведомств. Управление по вопросам миграции, УФСБ, Управление уголовного розыска, Центра по противодействию экстремизму, участковые уполномоченные полиции и оперативники уголовного розыска, а также сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы. Такой командой они застукали 66 человек. Вот паспорта нарушителей. Они граждане из 3 республик Средней Азии. Договора нет, патента нету, договора. Все? Ладно, у кого есть, поднимите руку. Кто пришел и работает по патенту? Один. Всего полицейские выявили 89 нарушений миграционного законодательства. Это и нарушение режима пребывания в России, и незаконное осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности на территории страны. На нарушителей составлены административные протоколы. Полицейские выявили, что несколько иностранных граждан не первый раз нарушают миграционное законодательство. Поэтому в отношении 20 мигрантов решается вопрос о выдворении с территории России. По статистике, в прошлом году выявлено 25 тысяч нарушений миграционного режима. Есть, впрочем, и бодрящие цифры. Иностранцев, которые по приезду встают на учет, стало на четверть больше, чем в прошлом году. Тем не менее, проверок от правоохранителей меньше не станет. Тема нашествия непарного шелкопряда в рязанских соцсетях одна из самых обсуждаемых. Как сильно он расплодился, что за деревья предпочитает и какие листья деревьев поедает без остатка. Наша съемочная группа все узнала у специалистов. Шелкопряд – вредитель местный, говорит директор Центра защиты леса Рязанской области Галина Кононова. А идеальные условия для размножения у гусеницы – хорошая погода. А значит, условия в Рязанской области с ее теплой весной были самые подходящие, говорят экологи. Но добавляют, что идет это нашествие уже не первый год. И идет как волна, по нарастающей. Лиственные он деревья обидает, у них есть своя защита. Запланировано все природой, что они потом могут опять листики отрастать. Причем это будет не на следующий год, это будет же в этом же году год объедания. То есть в августе мы, когда уже поедем в лес, мы такого картинки нелицеприятной, которую сейчас видим, не увидим. Там уже будут на деревьях листики. Галина Кононова добавила, что продолжаясь вспышка даже 2-3 года, для леса это не страшно. Тем более леса эти обрабатывали в прошлом году химикатом 4-го класса опасности, то есть наименее опасным для всех. В городских парках использовали другую тактику. Здесь уже химикаты не разольешь, приходилось бороться за каждое дерево вручную. В течение нескольких дней проводилась механическая сборка кладок и так называемое нефтевание, когда кладочку мажут маслом отработанным.
она покрывается пленкой, яйца уже не могут дышать, и они погибают. Обработали два парка – ЦПКИО и Братство по оружию. Перед битвой с гусеницей провели разведку местности. Осмотрели деревья, нашли кладки яиц. Расположены они всегда не выше полуметра над землей. Выглядят как маленькие коричневые шерстяные комочки. В Центральном парке культуры и отдыха специалисты насчитали по 500 яиц на каждом дереве. Благодаря кропотливой работе в прошлом году гусеницы в парке не вылупились. Поэтому подсчет проведут снова. Если в этом году наши наблюдения покажут, выявят опять такие кладки, конечно же, такие мероприятия мы будем проводить. Нам в этом очень помогали волонтеры. В этой нелегкой борьбе специалисты просят помощи и у горожан. Если обнаружите в своем дворе такую кладку, то просто счешите ее металлической щеткой. И тогда распространение удастся предотвратить, хотя бы локально. Ко всем жителям города хочу обратиться. Пожалуйста, зимой кормите птиц, кормите синичек, потому что синички, они поедают очень массово вот эти первые маленькие гусенички, которые шелкопряды, которые выползают и разлетаются на своих ниточках. И они вот являются их естественным природным уничтожителем. Кроме синиц, шелкопрядов поедают еще и кукушки. Однако этих птиц в регионе не так уж и много. Стало быть, бороться за парки будут вручную. С привлечением волонтеров. 22 июня – Всероссийский день памяти и скорби. 82 года назад, ровно в 4 часа утра, гитлеровские войска пересекли границу СССР. Именно в 4 утра на Скорбящинском мемориале губернатор Павел Малков и десятки рязанцев возложили цветы к вечному огню и зажгли свечу памяти. А уже в полдень на площади Победы память погибших в Великой Отечественной почтили минутой молчания и троекратным залпом оружейного салюта. Галанин Василий Семенович, рядовой, погиб в Восточной Пруссии. Галанкин Дмитрий Дмитриевич, рядовой, пропал без вести. В День памяти и скорби на площади Победы звучат имена рязанцев, павших в Великую Отечественную. Это именно им мы благодарны за настоящее. Всего же из области на фронт ушло более 300 тысяч бойцов, 180 тысяч погибло. Для них к вечному огню курсанты возложили гирлянду воинской славы, для них было сегодня возложение цветов. Массовое возложение цветов замыкают юноармейцы из Дубровичей. Там они отдали дань уважения павшим воинам с утра, а затем отправились в Рязань. Со своими артефактами от великих предков. Мой папа, как говорится, участник Великой Отечественной войны, как говорится, воевал, как говорится, 17 лет его уже забрали, как говорится, сибирского мальчишку, забрали на фронт. И 18 лет, когда, ну, сначала в учебку, 18 лет, когда ему исполнилось, он уже первым номером, как говорится, ушел на фронт. Как говорится, вот два ордена славы. Один орден славы хранится у меня, второй орден славы в Красноярске у моего родного брата. Для юнармейцев из Дубровичей цветная церемония – еще один пунктик в патриотическом воспитании. Гонять по датам лишний раз их не надо. Про Великую Отечественную они знают и так. Мы смотрели множество документальных фильмов по Великой Отечественной войне. И, конечно, оборону Брестской крепости – очень запоминающийся момент начала войны. Память о погибших. Те, которые воевал, были в самом очаге войны. Торжественным маршем проходят курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова. Для ребят в красном они в социальной патриотической цепочке безусловный ориентир четкого почитания традиций. Три четверти земли в индустриальном парке Рязанский уже распределили по инвесторам, поэтому проект уже можно назвать удачным. А интенсивность работы нужно повышать. Об этом на правительстве заявил губернатор Павел Малков. За ориентир дальнейшей работы он призвал взять выступление Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме. Итоги поездки рязанской делегации на Петербургский экономический форум можно назвать успешными. Более 50 соглашений, половина из них – чистые инвестиции в экономику региона, а это новые промышленные предприятия, проекты в сельском хозяйстве и фармацевтике. Впрочем, было еще сближение с федеральным центром. Есть новые дополнительные договоренности, которые появились прямо там на форуме. Ну, собственно, этим он и ценен, что можно всех в одном месте найти, встретить. Вот теперь важно зафиксировать все эти договоренности и каждую из них воплотить в жизнь. Еще, коллеги, я думаю, что вы все очень внимательно послушали выступление президента на форуме.
По сути, это программа социально-экономического развития страны на ближайшие годы, и мы должны на нее тоже ориентироваться при развитии региона. В Рязани продолжают обновлять общественный транспорт. В город уже прибыли 39 автобусов, и они уже сегодня вышли на линию. 13, 16, 17 – самые загруженные городские маршруты. Мы 39 автобусов вручили вчера. Да. У нас по этому контракту предусмотрено еще 8 автобусов, да, которые мы получим. Плюс мы получим 25 автобусов еще за счет специальных казначейских кредитов и 20 за счет, то есть 45 автобусов еще. Топ-тема всех обращений в соцсетях – ремонт теплотрассы на Первомайском проспекте. Здесь работы идут строго по графику, и это как раз Павлу Малкову понравилось. А вот то, что автолюбители едут по проспекту под кирпич – нет. И с этим он попросил разобраться отдельно. Рязанец Руслан Немировский установил новый рекорд России по чеканке мяча, и это событие уже наделало много шума. Предыдущее достижение держалось 8 лет. И пусть личный рекорд у учителя из школы 360 вдвое больше, показать результат под давлением мало у кого выходит. У Руслана получилось. Рекорд России побит. Все? Продолжай, продолжай. Дальше в свое удовольствие. 16 июня, село Поляны, территория школы 360, организаторов события. К этому рекорду местный учитель Руслан Немировский готовился 3,5 месяца, а шел, наверное, всю жизнь. Говорит, технику набивания мяча для себя определил сразу и старался не терять концентрацию. Старался пяткой посильнее бить, чтобы отвлечься. Массажировал сам себе спину, потому что тяжело было в одном положении смотреть вниз и набивать мяч. Этот рекорд до Руслана футбольные фристайлеры не могли побить 8 лет. Итоговый результат – 3 часа 46 минут 36 секунд. Это примерно 28 тысяч набитий мяча. Главный редактор и основатель книги рекордов России Станислав Коненко не скрывал эмоций. Хочу поздравить, во-первых, Рязань с установлением этого рекорда. Теперь этот рекорд принадлежит Рязани. Все мальчишки, кто увидели этот рекорд, естественно, побежали за мячами и начали тренироваться, по крайней мере, узнать, сколько они могут. Если кому-то может показаться, что рекорд дался Руслану легко, то попробуйте почеканить мяч, ну, хотя бы минут 10. Физиология возьмет свое. А Руслану еще надоедали жужжащие насекомые, да и под психологическим давлением, говорит, выступать очень непросто. Где-то в промежутке с часу 40 до 2:20 уже были судороги в ногах, то есть уже было очень сложно набивать мяч, но тем не менее, вроде как, находил в себе силы, и на последние 30 минут вышли все педагоги, учителя нашей школы 360, и я слышал, как они поддерживают шепотом, но я слышал их слова, слышал слезы радости уже, когда рекорд был поставлен. Сложно было, больше сложно морально вот это вот считать, концентрироваться, даже не столько физически. Физически ты, может быть, готов, но секунда ослабление концентрации, все, мяч падает, и второй попытки уже не будет. Мало кто отваживается на установку рекордов в присутствии эксперта, заявил главный редактор книги рекордов России Станислав Коненко на награждении. Слишком высоки риски. Руслан Немировский с ними справился, впрочем, на этом он вряд ли остановится. Вот буквально сегодня смотрел книгу рекордов России и нашел порядка 5-6 рекордов по чеканке мяча. На расстояние, чеканка мяча о стену головой, чеканка мяча в принципе головой и еще много рекордов, которые я хотел бы перебить и поставить свои личные рекорды, которых еще даже никто не ставил. Я хочу заявить о себе. А еще Руслан Немировский – прекрасный футбольный фристайлер. Техника владения мячом на уровне профессиональных цирковых номеров. В этой области, похоже, рекорды тоже скоро не устоят. С серебром вернулись недавно из Казани юные воспитанники Рязанской футбольной школы «Юниор». Мальчишки провели самый настоящий чемпионат из 9 туров и уступили лишь в финале. Впрочем, для руководства школы все награды – вещи вторичные. Здесь стараются прививать ребятам в первую очередь командный дух и чувство локтя. Мы считаем до 50. Понятно? Сосредоточьтесь. На поляне радиотехнического университета обычная тренировка футбольной школы «Юниор». Сразу у нескольких возрастных групп оттачивают мастерство паса. Сегодня в крупнейшей частной футбольной школе Рязани азы футбола постигают более 500 ребят. Открыты 4 филиала. Философия игры, которую здесь прививают, это не столько победа любой ценой, сколько воспитание командного духа и всестороннее развитие юного футболиста. Основная наша миссия, скажем так, это юниор, это футбол, который нравится детям.
Детям нравится делать то, что у них хорошо получается. По этой причине мы, собственно, делаем не одну группу в филиале, а там две. Или, если позволяет, то три группы. Ведет, как правило, эти группы один тренер. То есть, что это дает? Это дети любят своего тренера, потому что в младших возрастах смена тренеров – это такой болезненный процесс для детей. Конечно, тренер для ребят – фигура знаковая. Свой футбольный путь здесь малыши начинают с 3 лет, и часто именно наставник берет на себя еще и отеческую функцию. Захар Черных, в недавнем прошлом профессиональный футболист, преподает в школе уже 5 лет. Говорит, иногда приходят даже дети, которые разговаривают с трудом. Поэтому одна из главных задач для тренерского штаба – это социализация ребенка. Ну и, конечно, воспитание. Самое главное – объединить их, показать им, научить чему-то, то есть каким-то базовым аспектам, так скажем. Вот. Ну и, соответственно, командный дух развить, потому что для них это для многих очень такой, ну, переломный, тяжелый момент, так как некоторые тренировки там, они бывают, проходят без родителей. Вот. И поэтому как бы тут не только футбольный план на первом месте, скажем так, психологическая работа. Понятно, что спортивные результаты – вещь тоже немаловажная. Совсем недавно на городских соревнованиях юниор 15-го года рождения взял серебро. Безусловный успех – второе место и в межрегиональном турнире в Казани. Вот только спешить в футбольной школе юниор не принято, и каждую возрастную группу к таким турнирам подводят аккуратно. Нам важно эмоционально их постепенно готовить, чтобы они там по 20-30-0 не проигрывали, и родители не расстраивались, и все. Удержать в футболе, в спорте максимальное продолжение времени, потому что темп развития у детей разный абсолютно, а наши реалии, к сожалению, все заточены на результат. То есть вот если дает тренер и команда результат, значит тренер хороший. А на самом деле все не так. Мне лично, как руководителю и моей команде всей, наличие кубков и каких-то призовых мест, оно приятно, оно симпатично, но это не сама цель, из-за которой нужно орать на детей, требовать от них каких-то невозможных вещей, там как-то себя вести возбужденно, излишне. Все, турнир – это некий срез готовности детей в отдельно взятый промежуток времени. Один из творцов казанского успеха – юный форвард Егор Горинов. Он лучший бомбардир рязанцев, на его счету 11 мячей. По словам Егора, изнуряющий турнир. Из 10 команд рязанцы прошли спокойно, но в финале вмешался объективный фактор. И рассуждает он об этом довольно зрело. Мы, в принципе, не боялись перед турниром. В финале очень жестко сыграли. Ливень был. В дождь играли. И поэтому не удалось показать то, на что способны, да, наверное? Ну, скользко было. Мяч скользкий. Набор в футбольную школу «Юниор» проводят обычно в августе, сразу после летних сборов. Учитывая, что филиалов у школы 4 во всех районах города, проблем с логистикой нет. Так что, если вы еще думаете, куда отдавать ребенка, футбольная школа «Юниор» – самый правильный выбор с высокой тренерской квалификацией. Спонсор информационной программы «Неделя города» – выставка продажи «Икра и рыба камчатская». Вкусные и свежие морепродукты к вашему столу. Все это можно приобрести у торгового центра «Премьер». На июньском ночном небе сразу после великолепных летних закатов можно наблюдать особое атмосферное явление, которое ученые называют поэтичным именем – «серебристые облака». Наблюдать застывшие всполохи причудливых форм в ночном небе можно не всегда. Они появляются только в начале лета. Когда солнце уже ушло за горизонт и наступила ночь, в небе отчетливо видны тонкие паутинки светлых облаков. Ученые называют их серебристыми за красивый светящийся на фоне темного неба оттенок. Это пыль, космическая, земная вулканическая пыль, малюсенькие частички, там где-то полмикрона, треть микрона, на них осаждаются пары воды, получаются такие кристаллики водяные. Солнце во время навигационных сумерек, когда солнце от 6 до 12 градусов под горизонт. Уже здесь ничего не освещено, облака, которые на высоте в тропосфере до 12 километров уже не освещаются. А вот эти льдинки на пылинках, которые, они находятся в мезопаузе на высотах, ну, средняя высота мезопаузы 85 километров. Самая низкая температура там, поэтому конденсация происходит. Эти места солнце еще освещает. Удивительно, но до конца 1885 года астрономы, а их тогда было немало, ни разу не описали ничего похожего на серебристые облака. Возможно, что ранее это явление не существовало вовсе, а появилось впервые в связи с извержением вулкана Кракатау на территории современной Индонезии. Огромное количество пыли было в стратосферу выброшено. И вот через пару лет вдруг все начали наблюдать.
в том числе наш крупнейший астроном русский, Белопольский такой был, в Питере, в Пулковской обсерватории, в Москве Цирасский был крупнейший русский астроном. Вот они составили первые атласы вот этих серебристых облаков, наблюдала вся Европа. До этого почему-то, ну, слишком яркие были. Облака эти ярко блистали на ночном небе чистыми белыми серебристыми лучами с легким голубоватым отливом, принимая в непосредственной близости от горизонта желтый золотистый оттенок. Так описывает ночные светящиеся облака Витольд Карлович Цирасский, впервые наблюдавший их 12 июня 1885 года в Москве. Настолько же ярко светились облака после еще одного нетривиального события. Затем были очень яркие серебристые облака в 2008 году после падения Тунгусского метеорита. Хочу напомнить, 30 июня очередная годовщина падения Тунгусского метеорита. Тоже было огромное количество пыли в стратосферу выброшено, и мощнейшие серебристые облака в Питере, кстати, наблюдали. Спустя 125 лет после того, как приват-доцент Витольд Карлович Цирасский под утро увидел в небе необычные облака, ученые все еще не могут сказать с уверенностью, что понимают, откуда и как они берутся. Морепродукты с Дальнего Востока в Рязани. У вас еще есть время приобрести. Возле торгового центра «Премьер» до 24 июня включительно. Выставка-продажа «Икра и рыба. Камчатская». Лето – время легких перекусов, свежих фруктов и ягод. Многие отказываются от мяса, и чтобы восполнить белок в организме, необходима рыба. Эта пища и легкая, и полезная. И помимо белков, организм получит необходимое количество минералов, витаминов, жирных кислот. Морская рыба особенно богата всеми веществами, которые так важны для нормальной жизни и здоровья человека. На выставке-продаже икра и рыба камчатская, морепродукты прямиком с Камчатки. Без заморозки. Особый способ доставки даже в летнюю погоду гарантирует свежесть и сохранность вкусовых качеств, а также всех полезных веществ. И это подтверждают десятки довольных покупателей. Именно здесь? Не знаю, тут выбор хороший. И свежий, и все. Да все знают, и все приходят. Все хорошие. Свежие. Ну, просто мне нравятся эти продукты, и все. 35 видов рыбы. Нерка, омуль, белорыбица, чевыча, палтус и красная икра. Холодного и горячего копчения, слабосоленая. Попробовать можно прямо здесь. Продавцы любезно предоставляют продукцию к дегустации, ведь скрывать им нечего. Своей продукцией здесь гордятся, поэтому морепродукты с выставки продажи покупают к праздничному столу, а также, чтобы порадовать близких и родных. Жена, она немножечко, скажем так, любит это все и... Ну, в общем, она поручила мне это сделать. Приобрести лучшие морепродукты высокого качества и непревзойденного вкуса можно до 24 июня включительно. Возле центрального входа в торговый центр «Премьер». Икра и рыба камчатская ждет вас. На этом у меня все новости к настоящему часу. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 19 по 24 июня. ТЦ «Премьер».